какие дипломатические усилия Украина могла предпринимать и предпринимает на площадке Совбеза ООН по урегулированию, разрешению Приднестровского конфликта. Понимаем, что так получилось, исторически сложилось, что он не является, Совбез ООН не является основной площадкой для урегулирования этого конфликта решения. Что возможно сделать и в каком формате? А вот как раз завтрашние наши дебаты о конфликтах в Европе, это уникальная будет возможность для молдовской делегации, как и для грузинской, поднять эту тему на открытом обсуждении в Совете Безопасности. И все то, что они в своих выступлениях скажут, мы затем попытаемся отобразить в проекте президентского заявления Совета Безопасности, которое мы собираемся по итогам дебатов вынести уже на одобрение Совета Безопасности. Это не произойдет завтра. Вот, но мы обязательно это сделаем еще до конца февраля, то есть до конца нашего председательствования.